Слушай, собрался ехать в Лепу, там будет мега-тусовка на два дня. Куча родителей. Вот, меня подвезет Наташа Мальчик. И мы тут попали на новую волну для маленьких. Ждем машину, которая повезет нас. Добрался я наконец-таки до Лепы. Ехали долго, часов 5, с остановками там по разным местам. Вот, встретился с братом своим, ждем начала вечеринки. Не знаю, солнце сядет к тому времени, когда все начнет. Может быть, завтра будет пораньше, не знаю. Половина солнца. Да. Это на камеру. Кажется, штрафовать можно моментом за детей. За это, да.